Друзья, приветствую всех на канале Волк War Games, это военные игры с Волком. Давненько не было ничего в рубрике «Первый взгляд», но сегодня представилась возможность немножко этот плейлист обновить за счет игры, которая называется «Дебт». Я так понял, что речь идет о состязаниях людей с кровожадными огромными акулами, самых таких больших и опасных разновидности, хотя, в общем-то, говорят, что опасность акулы для человека достаточно сильно преувеличена в массовом сознании, но, тем не менее, конечно, я не думаю, что большинству нормальных людей придет в голову пытаться с этими созданиями подружиться, даже если они как бы на человека не нападают как таковые. Вот, ну, значит, играем мы здесь либо за человека, либо за акулу, соревнования проводятся. Не знаю, в какой форме, там один на один или как команда на команду. Вообще не знаю, это вот именно первый взгляд. Мы здесь смотрим вообще как на дружелюбность игры, на то, как легко в нее въехать, образно говоря. Вот. Ну, давайте, в общем, наверное, пробовать. Тут две такие ужасные картинки. Игра имеет что-то жесткий такой рейтинг возрастной, поэтому, скорее всего, придется наложить на нее возрастное ограничение на канале во избежание, потому что что-то там политика сейчас что-то тоже гайки везде закручивает, я смотрю. Вот, поэтому не обижайтесь, кто не сможет посмотреть без наличия регистрации на YouTube. Так, ну вот, мы, собственно, что видим при запуске игры. Так, музыку я сейчас, наверное, звук. Где-то так, чтобы комфортно было. Ну и, наверное, общую громкость тоже процентов там на 75 сделаем. Так, интерфейс тут даже. Ну вот, примерно, наверное, так это будет. Голос, голосовая связь, но это на случай игры в кооперативе мы, наверное, пробовать не будем, да, потому что... Так, в принципе, что у нас тут есть? Ну, настройки я как бы высокие выставил. Короче, поле зрения... Не знаю, подводные игры я как-то ни разу еще не играл, это будет у меня тоже знакомство такое. В принципе, все. Профиль мы видим. Ну, вот абсолютно девственно чисто. То есть я вообще не касался. Были, ну, вот сегодня бесплатные выходные. Эту игру можно в Steam скачать, поставить, поиграть, попробовать. И через сутки и 10 часов она, ну, как бы, аннулируется к ней доступ. То есть можно будет только ее купить, если. Так, что мы тут увидим? Сыграно игр, убийств, спасение, нанесение повреждений, помощь в убийствах. Ну, в общем, ребята, наверное, это карты, наверное, да? Разные. В общем, ребята решили, скорее всего, найти свою нишу. Вот, потому что, как бы, битвы между людьми, там уже, я не знаю, что еще можно придумать, чего бы не было. Хотя, на самом деле, я мог бы придумать, чего не было, но тоже меня спросят. Вот. А все классические сюжеты, по-моему, уже исчерпаны. И вот ребята решили... под воду, в общем, опуститься, поискать там свои известности. Не знаю ничего об этой игре, как бы, насколько она там доступна, ну, как популярная, не знаю. Ничего не могу сказать. Так, вот тут мы интересное видим. Акула, да. Это... 149 рублей, это все покупное, короче, да. Единственное, мы можем посмотреть, что там предлагается. Тигровая акула, рифовая охотница. Ай, жуть, жуть какая. Закаленная в боях тигровая акула, вся такая в шрамах. Тигровая акула особь 7. Ну, что-то ее погрызла жизнь немало, я смотрю, это особь 7. А, то есть эти нам будут... вот это доступно, если мы завершим обучение. Ну, пройдем сейчас обучение, потому что я говорю, первый взгляд, про игру ничего не знаю. Наверное, нет смысла лезть куда-то без подготовки. Кратенько посмотрим. Смотреть на рынке. Что значит смотреть на рынке? Биржа, что ли, какая-то тут у них? Король. Хищник. В принципе, все то же самое, только модельки разные. Раскраска. Тигровая акула. А, ну это все, короче, вариация одной и той же тигровой акулы. Восприят, что такое? Ядовитая акула.
она еще и травит. Так, мозаика. Ну, все удовольствия, короче. Песочная акула, синий король, криптид. На крыс похоже. Не знаю, как строение башки какое-то. Так, а это что уже? Ультрабиссальный. Это акула зомби, блин. Не, ну это уже что-то, конечно, какое-то. Так, это была только одна разновидность акулы, да? Еще есть акула-бык. Но этих поменьше. Альбинос, речной охотник, дефолтная акула, ну, которая вот используется по умолчанию, да? Зверь, багряная акула, термальный. Его не поджарили, явно термальная. Господи, ну это даже смотреть. Это, ну ее смотреть-то неприятно, не то, что, блин, с ней драться. А, вот это симпатичная. Лес из морской травы. Так, белая акула. Так, белая акула у нас. Да. Особь and белая акула. Это в смысле. Это этот механический, что ли, какая-то. Это и даже ледяной дракон Мороз. Господи. Понятно. Огненный дракон пламя. Это белая акула называется. Альбинос. Да. То есть татуированная акула. Это вот. Это что такое? Приснится ж такая, да? Акула джентльмен Клэренс. Не, ну вот это уже зря откровенно, я не знаю. Нельзя такие вещи делать. Если вы хоть какой-то там намек на реалистичность делаете. Но вот эта акула, я понимаю, почему она на человека бросается. Кому бы такое понравилось, да? Касатка. Что-то касатка какая-то это компактная сильно. Она же здоровенная. Что там, молоденькая касатка. Ледяная пасть. Саб-Зеро. Песочный ударник. Да. Так, еще у нас есть... Господи, ты боже мой. Лисья акула. Ну вот, знаете, вот уже с момента просмотра вот этого дела я уже понимаю, что игра с серьезностью не блещет. И, соответственно, могу себе примерно уже нарисовать контингент людей, которые фанатично в нее играют, если такие есть. Основное здесь, я так понимаю, все-таки на онлайн сделан упор. Так, ладно, что еще? Акула-молот. Вот мне с детства акула-молот больше всего нравилась. Легендарная акула-молот. Тоже жизнь погрызла. Old Bones акула-молот. Господи, глаз у нее еще вывалился. Да, точно придется ставить ограничения. Тут уже, блин, шокирует чисто просмотр вот уже вот этого дела. Я не знаю, если бы я в такую игру играл, то... Не, ну вот такую еще ладно, мог бы, конечно, купить. Какая-то вулканическая акула. Ну, а вот эти всякие... О, господи. Ну, это неприятно, честно говоря. Я не сторонник вот этой культуры, как она там называется. Стимпанк, если я не путаю. Синий лан. Робот-аран. Костяной молот. В боевых шрамах. Тетра. Господи. Приснится же зараза такая, как дядя Митя говорил. В «Любовь и голуби». Так, что там еще интересно есть? Мако. Мако пилозуб. Что-то таких акул не знаю. Мако, свирепый клык. Дефолтная акула. Золотая пыль. Вип-акула. Рептилия. Хладнокровие. Но тут будешь не хладнокровный. Успает, что как это? Гелеприкот. Розовая акула. Тропики. Мокка, орликин. Улыбающаяся луна. Ну вот это еще такая. Заппи. Помесь акулы со скатом, что ли. Так, кроме этого у нас еще имеются гоблин. Ну тоже что-то я не понял. Я думал, что это пила больше. Что-то такие тоже есть. $4 стоит. Болезненная. Эльбинос. Так, и последний вид. Океаническая длиннокрылая акула. Окруженная скелетами рыб. Коралловая. А. Чего у нее? Крюк на хвосте?
Легендарная ночная длиннокрыла. Ну, это видели? Эксоген какой-то. Альминос и метеор. Ну, это скоростная, наверное. Ну, это симпатичная такая рыбешка. Так, это были акулы. Водолаз. Так. Водолаз что у нас имеет? Ого. СПП-1. Специальный подводный пистолет. Это наш пистолет, который долгое время был совершенно секретным. 4 ствола. Гильза с пороховым зарядом и длинная такая игла, которая выстреливается. Дешевый полуавтоматический пистолет. Ну, не знаю, насколько он дешевый, конечно. Выстрел по... Ну, короче, кассетами он снаряжается по 4 патрона. То есть выстреливаешь, потом переламываешь и заново вставляешь, короче. Тогда, следовательно, если СПП-1, то и подводная АПС, по-моему, автомат подводный специальный должен быть. Так, ну это скины, короче, здесь неинтересно. Это все скины одного и того же вида оружия. Так, пистолет П-11. Подводный полуавтоматический пистолет с 5 стволами. Ну, что-то подобное существует, но я не могу сказать, это ли не это, что-то такое делали. Но не наше уже, естественно. То ли американцы, то ли что-то немцы какие-то, что-то я где-то встречал. Так, ну здесь тоже, да, скины всякие к нему, но это нафиг не интересно. Это вообще, я не понимаю. Пистолет Гарпун. Недорогое, легкое, удобное в транспортировке оружие, которое позволит вам разобраться с обычной акулой всего за 2 выстрела. В каком смысле? Гарпун выстреливается для того, чтобы буксировать или что-то вытаскивать. Он вообще против акулы смысла-то никакого не имеет. Так, и имеется еще пистолет ПАП-8 некий. Уникальный автоматический пистолет, предназначен для стрельбы под водой. Низкая поражающая способность компенсирована высокой скоростью стрельбы. Но вот этого, скорее всего, нет. Нет, бывает оружие как бы такого двойного назначения, да, которое, в принципе, можно из-под воды. Но под водой из него стрелять я что-то не уверен. Что там можно. Так. Так, это у нас класс какой? Автоматов, что ли? Что это? Так, УМП. УМП засунули под воду еще хикрякоковский. Теперь можно под водой для стрельбы с протоносными стальными дротиками. Ну, не могу сказать, никогда не видел никаких подводных модификаций данного вида оружия. Ну, а вот наш родимый АПС. Слегка устаревшая модель подводного автомата, который используют русские боевые пловцы. Невысокая убойная сила оружия компенсируется большой скорострельностью. Ну да, уже можно сказать, что модель, ну как, можно сказать, что устаревшая. Появился он черти когда. Стоял на вооружении спецназа ВМФ СССР. Потом противодиверсионных сил средств России. Ну я думаю, что еще стоит на вооружении, потому что оружие достаточно уникальное, конечно. То же самое, стреляет такими же патронами, как пистолет. Подводный специальный. В магазин такой необычной формы, потому что именно патрон длинный. То есть гильза вот как бы в магазине, да, а иглы, они вот торчат вот в этом выступе переднем, поэтому такой магазин. Сколько зарядов, честно говоря, не помню. По-моему, он даже может вести огонь не только под водой, но и на суше, но на небольшую дистанцию. Не на большую дистанцию. Так, автомат АДС. Но это мы, по-моему, в PUBG видели. АДС – лучшая модель подводного автомата. Убойная сила, скорострельность не оставляют рыбинам ни единого шанса. Так, имеется что-то такое, помповик, что ли? Винтовка УПР-17, гироскопическая. Разработана в России, еще не знаю. Полуавтоматическая винтовка, способная вести огонь микроракетами с гироскопической стабилизацией, которая увеличит поражающую способность по мере своего движения. Интересно. Что-то я пропустил в этой жизни. Так, это у нас что такое? Гарпун. Гарпун быстро стреляет, быстро заряжается. После каждого выстрела нужно перезаряжать. Обычно достаточно, чтобы убить любую акулу. Но опять же, смысл. Гарпун — это не средство убийства, по большому счету. Это ловля. Система залпового огня. LG-10. Экспериментальное оружие, которое может выстреливать 2 раза перед повторным заряжанием. Система залпового огня стреляет в разные стороны 5 гарпунами 9,4 мм, которые покрывают всю большую зону по мере отдаления от стрелка. На дальней дистанции оружие неэффективно, однако в ближнем бою гарпуны с остальным наконечником способны пробить шкуру любой акулы. Ну и что-то подобное мне тоже где-то, кажется, я видел.
И ружье подводное для подводной охоты. Пневматическое ружье для подводной охоты в алюминиевом корпусе поражает цели 10-миллиметровыми стальными гарпунами. Так, это... А, то есть нам нужно выставить, что у нас используется, так что ли, или как? Используется. Не понятно. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Значит, здесь что у нас такое? Ножи. Специальный, короче, какой-то водолазный нож. За неимением лучшего оружия нож сможет защитить вас от челюсти смерти. Ну да, с разрезанием, в общем, способность разрезать мелкие веревки. То есть, если запутаешься в них, то есть, типа стропореза такого, как у парашютистов. Так, это что такое у нас? Сварочная горелка. С помощью гиперборической сварочной горелки можно починить Стиву. Что такое Стиву? Не знаю. Так, это у нас что такое? Ружье, стреляющее сетью. Ага, ну это понятно. Выстреливается. Ну, короче, разлет такой, эти 6, как бы, грузиков такие сеть растягивает на большое расстояние. Соответственно, если цель встречаются, они ее охватывают и запутывают, в общем. Это я знаю. Так, дальше. Метательное копье. Оружие, найденное в руинах замка времен рыцарства. Замечательно, чего же вы его тогда под воду-то потащили? Дальше. Сенсор. Что дает сенсор? Служит одновременно металлоискателем, сонаром для поиска акул. Дальше. Подводный буксировщик. Ну, это, наверное, вещь полезная. Подводный буксировщик позволяет водолазу быстро... Только я непонятно, это все сразу человек на себе тащит или что, или как? Факел-свечка. Недолговечный, но мощные фонари-свечки прекрасно освещают путь для... Или враждебно настроенных рыбин. Вот, понятно, типа фальшфейера. Гидроакустический буй. Гидроакустические буи отлично подходят для обнаружения акул. Их мягкий сигнал и яркий свет вовремя предупредят водолазов о присутствии враждебной фауны. Ну, это все тоже... Ну, разновидности, короче, этого буя. Это что такое? ППТ. Портативная подводная турель. Ага. Оборудован детектором движения, система захвата цели, автоматической винтовкой. Хрупкая, обладающая массовым зарядом ППТ, может быть активирована для обороны области или же переведена в режим следовать. Но мне кажется, все-таки командные здесь бои. Ну, здесь разновидности. Так, ну аптечка, я думаю, понятно. Щит атакул. Что такое щит атакул? Электромагнитные волны используют, влияет на чувство акул, что позволяет сделать нападающего в радиусе его действия водолаза невидимым, незаметным для... А, то есть он как бы невидимость продает. Понятно, это что такое? Комплект снаряжения. Компактный ящик под завязку, набитый факелами, свечками и буями. В нем есть даже мина, запас на все случаи жизни. Так, ну и мина, собственно. Фугасная мина отлично подходит для обеспечения защиты периметра. Но могут прибить самого. А, вот. Вот у нас есть разновидности водолазов. Ну-ка, что это у нас себя представляет? Карлос когда-то... А, пальцев нету, да. Терять пальцы было неприятно, но эта боль не идет ни в какое сравнение с болью от утраты обручального кольца в семье жены. Она передавалась по наследству с поколения в поколение. Теперь Карлос вынужден отправляться в экспедицию, чтобы вернуть свое кольцо или найти что-то более ценное. А до тех пор, ну, блин, мотив, конечно, охрененно вы придумали. Легче предположить, что его самому не будет. Мариса. Мариса по прозвищу Док. Есть докторская степень по морской биологии, целая куча игорных долгов. Но тоже непростая судьба. Она ищет сокровища в надежде когда-нибудь наконец расплатиться с ростовщиками и вздохнуть свободно. Мариса не боится акул, они безобидны по сравнению с угрожающими людьми. Но это более основательный мотив, согласен. Финн. Умелый хирург, начитанный морской биолог, курирует все медицинские операции улучшения в рамках программы ОСИ. Благодаря его значительному опыту в работе со зверями, он стал первым, кого Шелли привлекла на поиски сбежавшей из лаборатории исследований водных животных особи 8. Тут еще что-то... Это, ну это вряд ли, это чисто так, наверное, для интереса. Сюжета, скорее всего, здесь нет никакого. Алехандро. Лицо изуродовано в схватке с акулой, всем сердцем ненавидит этих морских тварей. Не пропускает ни одной экспедиции, проводя таким образом большую часть своей жизни на море. Сокровище лишь способ финансирования его войны против акул. О, это что такое? Луна. Дочь знаменитого акватического исследователя доктора Ларсона. Осталось работать
в Aquaterra Industries после того, как ее отец откололся от этой фирмы, чтобы создать Impact Labs. Благодаря своему экспериментальному глубоководному непроницаемому костюму, Луну можно быстро вычислить в миссиях по мягкому голубому сиянию, которое исходит от нее. Команда набивается из разных, да, людей. Дэниел, но это уже съели. Самый мертвый дайвер имел несчастье столкнуться с белой акулой 30 лет назад. Вильгельм, знаменитый американский водолаз, принял участие в бесчисленных поисково-спасательных операциях, проходивших во время Второй мировой. Благодаря международной помощи русских, его команда была оснащена современным модифицированным вооружением, при помощи которого они смогут себя защитить в случае встречи с акулами и вражескими водолазами. В смысле, тут еще и вражеские водолазы имеются. Ультраабиссальные. Охотник за сокровищами. Лукас Кинг. Охотник за сокровищами, искатель острых ощущений. Лукас – пилот сверхмалых подводных лодок. Получил свою славу благодаря агрессивным действиям, направленных в сторону других спасательных экипажей за то, что они приближались слишком близко к его сокровищу. Вообще, какой-то гнусный тип, да? Виктор – водолаз-разведчик. Ну, тут я сразу скажу, что это наш, да? Без, он даже вижу слово русский, советский. Ну, это и так понятно, что это наш родной боец и с военным прошлым. В прошлом водолаз-разведчик советского флота Виктор работает наемником, которого привлекают для особых заданий. Многолетний опыт обращения с подводным оружием ненадолго обеспечил его прибыльной работой, но трудные времена вынудили его обратиться к Стапсу. Кто такой Стапс, хрен его знает. Так, все, водолазы прошли, да? По порядку, набор раскрасок. Ну, это такое, детский сад, короче. Так, и... эмоции. Морская звезда, Скуба Мэн, Акельнинисич. Что, тоже на рынке? А, ну это важно. Так, сокровища. Ага, я понял. Я понял. Это ящики. Что-то тема такая пошла с этими ящиками. Покупаешь, короче. Переработка. 6 предметов одинакового уровня редкости, в один предмет следующего уровня редкости. Ну, зависит. Так, значит, что у нас? Одиночная компания... Так, нет, одиночная игра. Обучение. Давайте начнем сейчас обучение. Посмотрим, что это за звери. Заводал за акулу. Начинаем обучение. Присоединяемся к карте обучения. Сейчас, один момент, друзья. Так, ну вот, замечательная такая картинка, умиротворяющая. So you wanna be a treasure hunter? А вот этот Стапс, Стапс, ты хочешь стать кладоискателем? Как раз вовремя, у нас есть задание. All right. Before I send you down there, прежде чем тебя отправлю, тебя нужно экипировать. По-моему, сначала нужно экипировать, нет? Ой, так, купить оружие, купить оружие, деньги 500. Уже? Уже денег тянет? Это чё? Подожди, стоп. Купить оружие. That's a good pistol. Я уже купил, что ли? Very nice. Ну, допустим. There's a treasure out there. So let's get going. Чё тут там про советское? Тварь! А как это так быстро-то я здесь оказался? Не понял. Вообще, не, логично, по-моему, было бы это... сначала экипировать, а потом в клетку сажать. Это как это? Стив. А, вот какой-то Стив, которого... эта пещера простирается на километры. Держись поближе к Стив. Иначе можно потеряться. Так, один момент. Один момент. Так, ну давайте, продолжаем. Короче, надо плыть за ним. На себя я посмотреть, видимо, не могу никак, то есть только лапы перед и пистолет сразу. И руками я тоже не шевелю. 52 патрона. Так. Good work with that welder. Сварка. Ну, как-то так. То есть, он наш как это, проводник или что? Мы его просто должны каждый раз прикрывать, что ли? В чем значение? Он, видимо. Нужно спешить теперь, это чудовище знает, что мы здесь скоро нами полакомим. Так.
Так, а мне где-то сообщают, что мы это... А, вот, нет, это... That would happen to you too, if you don't follow my instructions. Now, hurry нашел... up and grab that loot they were carrying. Забери, короче, все, что у них есть. А как... Ага, есть. Череп, корона... Понятно. Так, все нужно забрать, да? Не понял, что это такое. Ну, короче... А, вот когда, ага, назад, тогда отходишь. Опа, автомат. Это немецкий, по-моему, автомат, мне кажется. Это чисто как трофей используется, не оружие. Стоп, я же вроде уже собрал, нет. Все собрал, нет? Блин, не понял. А, еще надо. Еще. Все, больше нельзя собрать. А, не, это клонируется опять по новой, все вырастают. Great work. We'll split the profit, and you can buy some better gear for your next time. Выручку купишь снаряжение получше для следующих погружений, короче, бросить нож, чтобы ускорить передвижение. А, во. Передвижение можно ускорить шифтом. Так я за ним должен, да, следовать? Так, нож. Что-то мне не нравится. Опа, есть. Контакт. Нет? Блин. This is not on the map. Подобрать факел и свечи. Tell us down there for me, we might find some more treasures. Этого не было. Брось туда факел. И... А, нужно взять, да? А, то есть автоматически берется, правильно? И чё, где этот хрен? Ну, я бросил. Или чё, не так бросил? Куда-то чё-то не это. Давай ещё бросим, ладно. Ну! Железяка, It's back. Она вернулась. Блин. О, блин. Оставь! О! Ну, на, тварь. Держи, сволочь. Shark was relentless. Чё, you shook him? На. Who's the boss? Отбились. Да я покромсаю. Tell my divers the same thing. By flares. The ocean is a dark place. Я всем говорю, покупайте факелы в глубине океана, темно. Никогда не знаешь, когда не. На тебе. Говорят, суп из них хороший. В смысле? Да ну. Так, погоди, а это. Я починить-то себя могу, нет, как? Блин, за Стивом надо следовать. А мне надо как-то перевязаться, дружище. Аптечка как? У меня нету аптечки, да? А сохранялки тоже нету? Какая? Сохранялки. Нет, я не вижу. This is it. Ты на месте. The pirates had used this area to store their treasure. Damn, the lock rusted shut. It's going to take a bit to get this open. Get him щас... covered. Ты меня грохнул сейчас. Looks like he took a bite of you. Йо, перевяжи рану. Как? Использовать аптечку. А где я возьму? Где аптечка? А вот она. Так, е. А вот так, да, это делается. А еще можно взять? Нет, нельзя. Excellent. We are rich now. Look out! Да. Охренеть, это... Это посильнее, тварь. Вы были убиты. Эти костлявые твари посмели... это специально сделано, короче. Теперь я за акулу играю. Уничтожить Стива.
А, есть, у акулы тоже скорость увеличивается. А, это вот броски, короче, да? Промазал. Что-то вот это неунятно как-то. Скоро приплывут следующие, их важно изгнать. Разговаривающие акулы, это, конечно, клёво. Ну, так себе. Короче, игра... Пробить потолок. Лучше дно. Это, что хотел сказать. Мышку жалко. Твои рыбы, это были мои лучшие. Вы за это заплатите. Посмотрим, на луку тебя хватит. Съесть тюлени, чтобы исцелиться. Лучше бы ты не разговаривал, а только бред какой-то. Акула живет инстинкт, какие там нахрен разговоры у нее. Так. Блин, башкой. Где водолаза? Где водолаза? Ай, блин, это не водолаз, это этот сам. Тюлень. А, вот они. Вы были убиты. Чё, всё, нет? Уровень улучшения. Улучшение. Готов. Скрыться от гидрокристаллических боёв с помощью адаптивной шкуры. Убить водолаза. А, ну понятно, здесь показывают, с помощью чего я был убит. Короче, это маскировку мне дает, да? Так, аптечка мне не положена, да, мне нужно этих жрать, типа, чтобы... Так, что, последний остался уже? О, блин, промахнулся я! Всё, да. Да. Сейчас еще новых дурачков навербую, да? И вернусь. Финал. Теперь вам доступна раскраска «Закаленный в боях». Ну, это, видимо, обучалка вся, да? Так-с. Присоединяемся к главному меню. Это через сервер, видимо, все играется, да? Если присоединяться куда-то надо к меню. А, ну, вот теперь мы можем уже играть, да? Так, а еще одиночный матч есть. Любой за водолаза, либо за акулу. Количество карт 13. Сложность ботов, ну легкий, конечно же. Так. Давайте за водолаза, наверное, сейчас мы сыграем. Одиночный матч.
Присоединяемся к Коу. Ну, через сервера, в общем, игра, через без интернета, я так понимаю, нельзя играть, не. Купите факел, свечку. Ну, наверх, я так понимаю, мы никак не выглядываем, все наши действия будут происходить под водой сугубо. Выберите водолаза. Шелли. А что другие какие-то? Вот нам другого ж показывали. Ну, Футфин был, да? Алиха. Ну ладно, в принципе, да, согласен. А нашего нельзя, да? Нашего нельзя. Карлос. Мариса. Алехандро. Финн. Шелли. Ну давайте за Финна, допустим. Произвести эмоцию. Не знаю, что за эмоция. А, понятно. Раунд, подожди, так, ну стоп, выбрал. Ну вот я выбрал, да, продолжить. А, теперь оружие. Блин, можно автомат, нет? Нельзя покупать надо, еще или как? АПС нельзя, да? Давай вот это возьмем. Так, хрен узнает. Вдвоем, привет, как зовут? О, привет. Втроем будем, да? Боеприпасов у нас 50 патронов, плюс 5 уже в магазине. Так. Ладно, парни, вы знаете, что нужно делать. Найдите сокровище, доставьте его на Стив, получите свою долю. А, то есть вот так вот надо, да? Чувак, ты бот, тебе нахрен-то надо, Фига себе. О, сейчас нам золотая лихорадка, да, знать, ему. Отпусти, тварь. Охренеть. Блин! О, грохнул. Одну грохнул. Из нее ничего не выпадает. Блин, что-то мне очень плохо, я смотрю. Так, Стив. А, это он, короче, его прикрывает. Ну, в смысле, взламывает, а мы его прикрываем, правильно? О, вторую кончил. Так. Осталось прояснить, что будет. А, так их тут до хрена. А вот если меня грохнут, то что мне делать? Все, матч закончен или что, или как? Давай быстрей, этот. Кулимин. Продолжайте в том же духе, парни. Мы уже что сделали? В смысле? А что ты бросил? Там монеты какие-то. Да. Блин. Что-то не под... Так. Вы были, короче, вот этой хреновиной убили. Убили меня. Возрождение. Статус задачи 2. Разделяющиеся патроны. А, вот так мы можем покупать, да? Транквилизаторы. Одноразовый. А, это одноразовый, да? А! Тварь! Что ты делаешь? На, получай, зараза. Грохнул, нет? Все, грохнул. А, блин, да я ж... Сидит, тварь, зараза. С
Спасибо, чуваки. А, ну это подрезал, да? Ты мог бы оставить вообще, товарищ. На лекарство. Так. Блин, и там надо успевать, да? Это, блин, что-то как-то так. Ну, короче, автомат здесь явно будет получше, чем это самое. А свет как мне сделать? Нету света у меня. Не, авто... На, тварь! Не, автомат тут, конечно, рулит, блин. Вот как кто там поливает, я что-то не понял, у кого автомат, но, блин, у него все это быстрее происходит. Там сразу такая залп. И сколько заход длится? Что-то я времени не вижу нигде. Осторожно, акула. О, вот, мне не хватает. Не хватает мне боеприпасов, конечно. Ну, фиг его знает, что такое рейтинг, они там сумасшедшие, блин. Присобачили к этому делу. Я бы не сказал, что как-то она такая кровавая. Артов они нарисовали к ней, конечно, да, дай боже, бля, посмотрел. Ну, такие неприятные даже, откровенно, некоторые. Ай, блин, хотел. А, ну вот это да. Да, кости торчат, мясо. Вот это, конечно, неприятно, согласен. Так. А, подожди, оружие, ну, другого не может никак. Убить возрождение. Меня интересует, сколько все это дело продолжаться будет. Вот это дохлое уже, да? Я так ни хрена не собираю. Не... Оп! Хотел товарищу помочь. А больше тут ничего не сделать, нет? Припасы по новой, короче, возрождение, я не знаю, в сетевых как. Надо сейчас сетевую попробовать. Отдай, я тоже хочу. Так, уже где-то рядышком, да? Блин, стрелял непонятно куда. О, есть месть. Какая-то месть. Сейчас меня сожрут, кстати говоря. Давай здесь, в уголочке. Буду. Так, сейчас лопнет от переполнения сокровищ. Пришло время поднять на лодку. Защищайте ценой собственной жизни. А, теперь они его жрать будут, короче. Я понял. Ой, тварь. Ой, ну да. Ну вот тут, блин, вот эти пост-эффекты, они самые, конечно, отвратные. Все, давайте. Нам некогда сейчас наряжаться, мы его должны защитить. Количество жизни не ограничено, надеюсь. Так, и у меня фонарика нет, вот что самое печальное, да? Ах ты, гад! На, тварь, на! Блин. Не, ну это, конечно, вот перебор по количеству, блин, акул, это что-то уж совсем. Нереально они тут творят. Есть. Так, а, блин, надо с этого починить. Хрень эту, ценой. Да. Так, сейчас следующую жизнь тратим. А, 9, подожди, там что-то с жизни, я не понял, ну-ка. Где эта хреновина? Вот она, так. Да блин. Так, сколько там? 100%, нет? Ну все, я починил, кажется. Да блин! Тварь. Ай-яй-яй-яй. Да, не спасу. Ну эти тоже ребята возрождаются, короче. Ну, по сути, смысла в игре немного, прямо скажем.
Хотя вот местами что-то даже красиво, можно сказать. Так, а вон, наверное, туда, что ли? Так, кровь что-то какая-то. Блин. А, вон клетка наша, так. Следите за сокровищами, за этим, и за акулами. Самый ценный игрок. Водолазы победили, все сокровище собрано. Вернуться в меню. Жизни водолазов, графики тут еще какие-то. Так, если Кули удастся разорвать водолаза на куски, то он потеряет все золото, что нес. А, то есть его нужно все, что собрано, обязательно закидывать в этот, ну как, подводный аппарат. Ну что, давайте, наверное, сейчас мы играть. Выберите региональные сервера. Европа. Кровь из золота, охота на кого-то. Ну, выбрал. Что-то загрузка, непонятно, чего идет тут. Найти быстрый матч. Поиск матча. А вот сейчас мы посмотрим, есть ли в этой игре вообще онлайн какой-то или... Или все уже благополучно умерло своей смертью. Потому что игра-то достаточно... Ну, давно я ее видел. Просто впервые я решил ее воспользоваться возможностью бесплатно поиграть. Потому что покупать такое, ну, явно... Смысла не вижу для себя. А, есть, что-то нашел. Подводный. Ну, хотя меня сейчас, наверное, там... Я ж без всего, скорее всего, да, с этим пистолетиком. Подводные мины. Вол подключено. Так, ожидание игроков. Кровь и золото сопровождайте. Ну, тот же режим. Акулы, не дайте водолазам выжить. Большинство треснувших покрытий предметов можно уничтожить. Двигайте мышью, чтобы быстро разделаться с попавшим к власти жертвой. А я выбираю водолаза обязательно, да? Ну, давайте Шелли возьмем. Продолжить. А, теперь нужно же оружие быстро выбирать. Так, автомат АПС. 2000, а у меня 800, да, всего. Да, не хватает. Гарпун. Блин, да хрен знает. Наверное, надо подождать. Шок-дарт. Сенсор. Блин, я вот только тыкаю, сразу это... Что-то как-то не очень мне это нравится. А за акул кто играет? Или мы 3 на 3? Или... А, может, вот эти двое акулы красные, которые... Стив, готов? О, блин. А я что, без ствола пошел, что ли? Ошибись. Так, ну этого АПС тоже я смотрю. А у тебя еще номер 13 веселый, да? Хэллоуин. Ладно, так, ну это нам уже говорили. Так, вот они все помчались. Блин, куда они помчались-то? А, ну карта здесь другая, да. Опа. Так. А, ну тут же живые игроки, да? Блин. Так, не понял. Да, а чё меня-то, а? Так, вы были убиты. А надеюсь, что пока они меня грызли, они меня хотя бы уделали. Ну, в смысле, эти товарищи уделали этих акул, которые меня грызли. А, это прям в честь Хэллоуина он такой, да? Так. Ребята. А как, блин, эту хрень-то? Надо переключиться на пистолет, я думаю. Оружие, так, купить оружие. О, вот так вот. Маячки, транквилизаторы. Блин, это тут, короче, за каждый матч деньги списываются, что ли?
это беда. Ай! Да что ты меня-то, блин? Другого чего нет, что ли? Четыре человека. Чего меня жалеете постоянно? Да ты меня заколебала жрать. Существо с непроизносимым названием. 1150. Так, 5. Даже что значит 5? А. Ощущение, что их существенно двое. Хотя не двое. Двое, правда. Так, 1150. Уже дохло. Там. Может затаиваться надо где-нибудь в уголках, я не знаю. 2700, во, ну-ка, давай-ка, может, мы этот самый автомат возьмем. Так, купить. Продать. Непонятно, короче. Слот занят, что ли? Уже до конца игры. Ну, сложно сказать. Так, и деньги эти сохраняются или нет, непонятно тоже. Блин, Стива надо этого, да? Я думаю, приоритетен для нас, да? Ай, блин, сейчас меня сожрут. Какие тварь поганая. Ой. Ну да. Сейчас, Стив, сейчас. Вот это, конечно, постэффекты такие, блин, себе. Вот я бы от этого отказался лучше. Так, разок попал. Дохлая тварь. А можно в заросли засесть, нет? Да, фиг там. Нельзя. Блин, ладно. Сейчас мы другой разок. Если деньги сохранятся, то мы с автоматом пойдем. Ты все всплываешь, нет? Или что, Эрика? Убил. Однако. Так, полечиться мне нельзя, да? А вот как этой хреновиной пользоваться, я пойму. Не пойму. О, блин! Давай, давай, давай. Ценой жизни сейчас. 20.
Давай, родной. Давайте, ребята, я на вас надеюсь. 50. Почти до 50 довел. Давай, не время. Отлично. Сейчас эти звереть будут, да, наверное? 70. Ребята, куда вы все подевались, а? Оп! Сука, откуда ты взялась, а? Оставьте его в клетку и... ходу, да? Короче, так-то я ничего не собрал, по-моему. Блин, ну тут... Я так понимаю, вся вот эта вот игра нужно, то есть очень активно шевелить во все стороны, блин, да? Башкой, короче. Во всех измерениях. Так себе. Мины. К минам прикасаться нельзя, это я понял. Пошла вон. Тварь. Да вот откуда ты взялась, а? Вы же только что смотрели. Черт возьми. Чини. Чини. А вот это что такое? А, это... Всё, да? Водолазы победили. Тем не менее. Автомат АДС, плазма. Трофеи. А я акулу достал, да, получается? Так, ну сколько у нас там по времени? Сейчас мы посмотрим. Семейный конфликт 2. Помогите нам выбрать новые доступные виды акул. Сейчас мы глянем, сколько у нас. Часик, да, практически. Ну, можно еще поиграть. Частный матч. Поиск соперников. Допустим, любой. Кровь и золото, а это что значит? Все начинают за водолазов. Убейте мегалодона, чтобы занять его место. Что-то хрень какая-то. Ладно, давайте любой. Поиск матча. Ну, порог вхождения в игры низкий. Единственное, что нужно
более-менее ориентироваться в разнообразии вот этого снаряжения. Девять секунд, меньше минуты поиск сервера. Карта, наверное, другая будет. Кровь и золото. А тут непонятно, ну все подключены, подключились, да? Так, я за водолаза играю. Давай сейчас автомат возьмем. Финн. Кем не играли? Карлосом без пальцев. Не хочу Карлосом без пальцев играть. Пусть Финн остается. Так, продолжить. Старт все равно $800. Блин, я надеялся. А как тогда заработать на старте на оружие? Или все начинают с этим, с дефолтным? Купить оружие. Да, ну. А, что так? На разве предмет? Ну, сейчас попробуем тогда немножко денежек собрать, да, и автомат. Хочется просто с автомата попробовать. Как-то они ядрёно с него шарашат очередями. Так, ребята, Декей, чего? Добр. Что-то меня с гробом каким-то пускают. Что это такое? Пинали. Сам не сам, но убил. О, двойное убийство. Да, две мне акулы засчитаны. Так, а где этот аппарат хренов? Моя конфетка. Не, ну тут свихнешься вот так вот, да? Либо то, либо делать, либо другое. Где этот аппарат? Вон он наверху. Стив. Стив, сейчас погодите, на меня не нападайте, я сейчас... О, скину это дело. Так. Блин, это акула. Что-то все разобрались, короче. Дальше поплыли. Так. Есть. Ай! Оставь! Опа! Ремонтировать надо эту хрень. Сожрут, и надо на автомат попытаться переключиться. Кого? Давай. О, сейчас. Так, ну-ка, автомат. Есть, купил. Прицел оптический. Не пугай.
Так, оружие-то, надеюсь, остается, нет? Там, блин, так, куда ты забрался, непонятно. Так, все события он там, да? Ну, я не знаю, насколько тут потребен прицел. Близкой дистанции-то. Только если где-то-то, я не знаю, там в засаде от, в стороне от коллег сидеть, тогда еще ладно, я понимаю. Не дай бог автомат потеряю. Так, ну молодцы, спасибо. Хотя, конечно, у меня уже здоровье на нуле. Откуда вот они берутся, я не понимаю. Вроде в углу вообще сижу. Откуда она могла взяться? Странно. Странные люди. Здесь, походу, один человек всего играет за... Нет, две акулы, но второй непонятно где. Автомат-то остается, нет, меня самое главное интересует. Автомат, утолщенный ствол, прицел ночного видения. А, вот такой, да? Ну это ладно, хоть так. А то было вообще, блин, весело. Да что, это не берется? Быстро выстреливает 20 патронов. Чересчур. Не, ну автомат, да, другое дело, согласен. И ночной прицел тоже имеет смысл. С этим как бы больше даже, ну, как... интереса играть, чем с этим, с пистолетом. Ну, схема, в общем, как это, я не знаю, для чего там она, как для Counter-Strike, или как там, где тоже оружие. В процессе боя сколько набьешь, столько тебе как бы и обломится там для улучшения, ну чисто на этот матч, то есть оно у тебя не сохраняется. Платятся, видимо, очки расходуются на скины там и на прочее дребедень. О, опа, две их. А, ну и с автоматами, смотрю, тяжелее плавать. Маневрируют не так быстро. Поднять робота на лодку, все что ли? Сокровище на борту. Надо за акулу попробовать сейчас поиграть. Чтобы для... Нет, автомат — это другое дело, конечно. Ничего не скажешь. Он даже несколько скрашивает нелепость этой игры. Так, маячки, вызывающие кровотечение, разделяющиеся. А, либо то, либо... Давай, допустим. Все сразу поставить нельзя, да? А почему у меня перед головой такое вот это вот? Какое-то мерцание интересное. Как в армии, как будто я сильно раненый. Причем с чашкой... Ну вот откуда он берется, а? Ну вот откуда?
Господи, я за вами, короче, что-то мне тут не нравится. Ни одного, может, они это преследуют. Так. А, ну вот, да, на большом расстоянии прицел неплохо, кстати, себя проявляет. Быстрей, на волю, в помпасы. Так. А нам надо за ним или нет, или что, или как? Скрытый водолаз. Уровень 3. Трофеи. Интересно, что значит трофеи. Так, ну здесь я все равно в меню ничего не пойму. Сейчас давайте за акулу попытаемся сыграть. Ну, с автоматом другое дело, конечно. С пистолетом что-то как-то мне не понравилось совсем. Вот с автоматом так неплохо. Тем более, если на него все это накрутить. Так, ну давайте за акулу сейчас попытаемся. Регион Европы, КР-13, найти матч. Сейчас попробуем за акулу поиграть. Акула быстрее нашлось. Акулы могут делать дальний выпад, но не способны совершать длинный рывок. Видите, бой с умом. Сейчас посмотрим. Вот за акулы очень мешает. Я не знаю, взгляд от первого лица есть, нет. От третьего за акулу здесь сама эта туша мешает. Так, все готовы. Начало матча 12 секунд. У акулы инструментария же никакого нету, правильно? Поэтому ничего не дадут выбрать. А, не, есть. Бык. Белая акула. Лисья. Акула-молот. Стойкость, урон от разрывания, скорость. Ну, пусть такая, наверное, останется. Раскраска дефолтная. Так, Джиггернаут. Это я не знаю, что такое. Очков эволюции 10, обнаружение мин, твердолобость. Непонятно. Ну, в общем, здесь тоже 4 водолаза будет и двое. Две акулы. 2-1. Поехали. Так. Вот они поехали. А, ну по случаю Хэллоуина, короче, это дело у них. Так, ага, понял. Стартуем. Улыбочку. Так. Так. Перетаились. Ха-ха, блин. Тут есть, наверное, свой интерес играть за акулу. Ну что, первую атаку? Нет, ну они что-то там далеко от нас. Так. Удачи, повеселитесь там. Так. Блин. Давай. Да ё-моё. Вот он. Сожрал. Однако ж.
А есть смысл бить эту хреновину сейчас или нет? Или на отходе чисто надо разбивать? Блин, какая тут архитектура, это хрен поймешь. Давай, вон он, тварь. Да, что-то, конечно, рельеф тут такой, блин, хрен сообразишь. Так, уровень 2, джаггернаут, возрождение. Вот что-то я выбрал, что это такое, хрен. Вон там кто-то... Да, твою мать. Че это такое? Блин, обманка какая-то. Давай, сожрём. Так, ну одного сожрал, по-моему. Так. А чё, выбрать я ничего не могу, нет? Очков эволюции 10. Странно. Ладно. Зря. Да блин. Давай. Есть, сожрал. Так. С поясом. Плачут ли роботы? Что я выбрал, хрен его знает. Что-то выбрал. Сейчас мы... Давай заходим отсюда. А, это они разбрасывают эти самые. Давай. Разбрасывают эти, блин. Буи эти свои, гидроакустические. Ого! Система залпового огня у него уже появилась. Так. Какая-то она вот так вот рывками и надо, да, получается? Кататься. Давай! Да, блин! Не успел даже схватить. Ну, черти, уже с автоматами вообще. Можно где-нибудь более просторно играть, а? Что-то как-то тут оно слишком уж. Блин, он за мной ехал, плыл. Thank you.
эволюции 20. Во время действия акула меньше урона получает. А, и быстрее плавает, кстати говоря. То есть они что, сюда поплывут, да? Эх, не дали мне дожрать, да? А, нет, все-таки сожрал я. Сожрал. Да, 30 очков. Ускорение. Так, справа это у нас ускорение получается, да? Так, сюда нет. Блин, вот эти затыки. Давай, давай, давай. Эй, блин, сейчас сожру же. Да, черт. Маневрировать сложновато, конечно. Тело большое. Так. Так. Ага, повредил, да? 50 очков, жажда крови. Не, ну конечно, за час-два игры в таких фишках-то, наверное, не разобраться будет. Блин! Да. Вот этот черт меня, блин. Все время убивает. Так. Так, кого-то я сожрал. Так, но этот меня опять урыл, да? Ну, одного сожрал. 30 очков. А, ну это сейчас они, по-моему, на открытой местности, да, выходят? Так, сожрал. Так, 40 очков. Ну, практически полностью акула прокачанная, быстроходная, вот такая вот. И они выходят уже на открытое место, получается. А чего? Не понял. Почему я ничего не смог сделать? Так. Да блин! А я не раздолбался? Нет, чинят гады. Чинят гады. Давай, давай. Давай. Давай, ты, да что такое? Еще немного. Ага. А, очки достижений, короче, еще тут есть. Получен достижение, все списки лучших игроков. Сокровища. Чувак получил. А что акула получает? Подводная мина. А, так, помощь в убийствах. Убийств 6. Да, я даже больше. Чем тот второй. Вернуться в меню. Так, ну предлагаю, наверное, сейчас два матча сыграть еще.
человека и за акулу, и хватит на это. За водолаза. Поехали. Два часа записи получится. Не, ну надо сказать, онлайн есть у нее. Где-то 30-40, меньше минуты все. Вроде у нас поиск сессии, присоединение к серверу. Проблем с этим вроде как нет. Во время игры лагов, глюков, ничего, замедлений нету. Все хорошо. Состав команды, в общем-то, тоже оптимальный. Так, кого, кем мы не играли? Алехандро. Давай, пусть будет Алехандро. Так, старт у нас опять 800 этих самых, да? 650 с 5 стволами. Других вариантов нету, да? Это я хрен узнает, не знаю. Ну да, опять берем этот пятиствольник. Разделяющиеся патроны. Так, маячки. Транквилизаторы. Нет, ничего не... недостаточно, короче, на все. Ну ладно, хрен. Так, ну и нужно сейчас нам набить денег на то, чтобы купить автомат, я думаю. 650. А, и хорошо, что можно неудачные покупки продавать. Да, я готов, кстати. Забыл подтвердить. Поехали, друзья. Первый раз видим, да, ножичек? Чувак. Поехали. Поехали бомбить. Ай, блин, сейчас хватит, да? Есть. Так. Блин, так и знал. На пролеты, наверное, лучше уходить, потому что как раз он при навыках. Так, 1800 набили. Ну и 13 карт, в принципе, такое, я думаю, разнообразие это неплохое должны, да, так? Опа! Фига себе. Что-то такое впечатление, что акула уже сразу прокачана. А, это турель, наверное, подводная. Да блин. На. Так, на автомат не хватит, нет? Автомат. Купить оружие есть. Нет? Да. Автомат. Дополнительные боеприпасы. Прицел.
есть. На, получай, получай. Хватит. Есть. Ай. Опасно. Опасно. Так, где наши? Коллеги здесь уже, да? Ребята, я к вам. Неплохо, деньги достаточно быстро зачисляются. 450, это что такое, ядовитые транквилизаторы. О, супер. Нет, автомат это, конечно, другое дело. Совсем. Главная проблема, что не черт, господи. Придется ограничение ставить. Главная, блин, проблема вот в этом. Так, маячки, транквилизаторы, ядовитые. 500. Но это нам не хватает, да? Или хватает? Понятно. Так. Да... Откуда ты так маневрируешь-то быстро? Я не понимаю. У меня 7 очков возрождения, да, видимо. 107 жизней, условно говоря. Блин. Оп. Убил. Блин, а чё, не понял, что у меня... Чё, меня замкнуло сейчас в одном направлении. Так, грохнул, да? Возьми, эту убережу. Чё-то непонятно. О, у этих сетки уже, смотри, пошли. Так себе. Так, 1500. 1500, ночное видение, утолщенный ствол. Это уже нельзя, да? Да? Невозможно возродиться. Ну да ладно. Что-то быстро в этот раз. Я как-то, по-моему, в первый раз-то больше ели, чем сейчас. У нас почти не осталось водолазов. Ну вот еще я так понял, смотря на... Да, акулы победили. Смотря на чем они сконцентрируются, то есть акулы, либо будут жрать водолазов постоянно, либо людей. 4 убийства у меня, плюс 7 помощи в убийстве. Ну, так себе. Третий уровень. Так, ну сейчас давайте за акулку сыграем и будем закругляться. В принципе, понятно, что из себя игра представляет. Вот надо сказать, я... Сейчас, ладно. Так, давайте за акулу сыграем теперь, найти матч. Интересно, какого года игра? Ну-ка, сейчас пока тут оно грузится. Сейчас я гляну, какого года игра, мне интересно. Депт. Сейчас, депт. Останется в магазине. 14-го года игра, ну да,
принципе, можно сказать, старенькая. Но играют, смотрим, такие люди. Так, не понял, где он у меня пропал. Есть. Так, присоединяемся к Колмек. Чё, такой бодренький онлайн, можно сказать, для четырёхлетней игры. Можно сказать, что даже неплохо. Так, подключено, все подключены, последнего ждем. Сейчас давайте возьмем другую акулу какую-нибудь. Я надеюсь, не такая будет сложная с этим что-то старинным замком каким-то. Перебор, ей-богу. По этим самым. По лабиринтам. Сложно там как-то ориентироваться. Так, ну что, давайте. Выберем. Так, лисья акула. Ударные волны. Так, акула молот, наверное, возьмем. Нет. Мако. Тигровая акула. Не, давайте акулу-молот. Ладно, возьмем акулу-молот. Так, 10 очков эволюции, мощный хвост. 20, а мы ничего тут не можем, да? Везде нужно, по-моему, больше. Все, ну готов тогда. Есть, пошли. Ага, ну уже другой у нас здесь рельеф, да, скорее всего. Так. Есть, вышли. Ой, блин, что-то опять не... Так себе. Да, надо же еще смотреть теперь за попытки за очками возрождения. То есть просто так. Просто так соваться не стоит, да? О, есть! Да блин! Да блин! Чё... Да чтоб тебя, ну! Сожрал, нет? Не, не сожрал. 10 очков так и осталось. Так. Да где ж вы есть-то? Вон они. Давай, давай! Давай! Пороска не хватает! Да чтоб тебе! Блин, из долбанного ПСС, СПП выбили. Так, 25 очков, 28 очков. Кортиком заделал. Охренеть. Так, надо быстрее тогда, да? Давай, да, да. Ух ты! Какой-то опытный боец, да, такой? Тем не менее, мы его сожрали.
Так, 20 очков. 40. Сейчас чуть-чуть посильнее, да, будем? Силы добавим. Так, давай-ка наверх. Так. Так. Давай! Да блин, вот где-то рядышком совсем. Блин, или... Так. Стоп. Меня силуэты смущают. Четыре попытки. Блин, ружье для подводной охоты. Новые образцы у них вооружения. В связи с этим у меня вот вопрос, как у них получалось? Че, опять не грохнул? Да. Первый раз мне за акулу больше везло. Хотя помощь в убийстве есть. Да ёперный театр, ты можешь в окно войти? Блин, мина. Так. Ну, за помощь в убийствах, наверное, ничего не дают. Так. Блин, да что ж ты так... Все ружья для подводной охоты. Да. Они же уже здесь все усилились, скорее всего, да? Прокачались. Так. Ну, вот этого товарища я ухлопал. 10 очков. Но тут не выбрать мало. У меня осталось 15 попыток возрождения. Ну, надо, наверное, концентрироваться, я понимаю, на этих самых, на водолазах все-таки, потому что, скорее всего, они... Давай, давай! Так, сожрал я, да? Сожрал 20 очков. Сожрал, да? Ну, по-моему, как раз... Да, того, который меня все время обижал, блин. Так, а что у нас? 9 попыток на 2... Это у меня 9 попыток, правильно? Let's
Давай! Давай! Так. Огрел. Последняя попытка, да? Так, 20, 30. Понятно, что это значит. Так, месть. Акулы победили! Это что, я последнюю точку поставил в игре? Отзывы, победа на всех картах. Да, кажется. Награды. Убейте 6 по персонажей. Короче, 7 плюс 6. Ну тот вообще, да, молочек, 27. У меня 7 поражений. Ну, 7 побед, короче, и плюс 6 еще я побед, ну, помогал. Ну вот как-то так. 4 уровень. Ну все, друзья, на этом, наверное, закончим. Сейчас итог небольшой подведем. Иначе слишком большой ролик по весу получается. Так, профиль. Это что такое? 29. Не знаю, что это. 29. Предметов, наверное. Отменить. Что значит отменить? Так, значит, сыграли мы 3 игры. За водолаза 2, за акулу. Убийств 9. За водолаза 13, за акулу. Спасение. Не знаю, что такое повреждение. Помощь в убийстве. Собрано сокровищ. Получено денег. Достижения, таблица лидеров. Ну и в общем все, да? Больше у нас тут особо ничего мы не... Внутриигровой валюты тут я не вижу. Никакой. Так. Ну тоже, короче, это не знаю, что это значит. Ну... Итог какой, друзья, в общем-то, достаточно бодрая игра, 4-летней давности, несмотря на это, онлайн такой хороший, и, то есть нет такого, что за ощущение запустения, когда там по 5 минут ищется сессия, и нет, и в игру играют явно. Большого размаха у нее, конечно, нету, игра специфическая, долго времени в нее играть смысла нет. Честно говоря, не знаю, какими нужно такими душевными навыками обладать, чтобы вот всерьез открывать вот эти виды акул, там за деньги тем более что-то покупать. Ну, чисто для развлечения. Вечерочек там пару часиков погонять, типа не раз в неделю. В принципе, неплохо. Вот, вот такая игра. Могу сказать, что по итогам она мне... Как-то больше понравилось, чем сначала. Скепсиса было гораздо больше. В принципе, ничего, имеет право на существование достаточно, по-моему. Ну, оригинальное. То есть, из всех вот этих надоевших уже в край просто стрелялок, да, которые там уже эксплуатируют идею PUBG, там черт знает сколько вариантов сделано. Там Counter-Strike и прочих, Battlefield. Здесь... По крайней мере, какой-то новый мир под водой, то есть я раньше ничего подобного не видел. Вот. Ну, в плане серьезности, конечно, никакой. Чисто так. Ну, тактику, конечно, какую-то, наверное, здесь неплохо бы. Вот. Но это, опять же, для тех, кто серьезно в нее играть намерен, а так, чисто по-человечески. Ну, а такой на четверочку игрушка. Делали с любовью, наверное, никаких глюков особых нет в игре. Для такой целевой аудитории, любящей приключения всякие. Так, ну все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Поддержать канал можно по ссылочкам в описании. С вами был Волк. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.